Аэропорт, автовокзал и администрация Якутска возобновили работу после сообщения о минировании. В результате инцидента были задержаны 5 авиарейсов, а движение пригородных автобусов было приостановлено более чем на 3 часа. В администрации Якутска также перешли в обычный режим работы. Неизвестный сообщил в полицию Якутска о минировании этих зданий и торгового центра. Ни одно из сообщений на данный момент не подтвердилось. Как пишет Интерфакс, волна ложных сообщений о минировании накануне прокатилась по всей стране от Дальнего Востока до Калининграда. Поступали звонки о минировании административных зданий, школ и торговых центров. Были эвакуированы десятки объектов. Отметим, ни одно из сообщений о заложенных бомбах на данный момент не подтвердилось. Между тем, регионы возбуждают уголовные дела по факту звонков. Правоохранительные органы не исключают версию, что звонки организованы из-за рубежа.